готовлю свиное жаркое с тимьянно-анисовой корочкой и яблочным соусом с кальвадосом по рецепту супершефа Кёртиса Стоуна. Начинаю сварить. Мариную свинину. Пошаговый рецепт смотрите в описании по ссылке к этому видео. В воду добавили сахар и соль, подогреваем до полного растворения. А пока режем свинину. Сейчас заливаю свинину маринадом и отправляю в холодильник на 12 часов. 12 часов прошло, сейчас достаю мясо, просушиваю его бумажными полотенцами и потом кладу на тарелку и еще на час в холодильник. Поставили духовку разогреваться до 250 градусов, я в это время приготовлю специи. Пока свинина в духовке, готовим яблочный соус и в дело пойдет кальвадос.